среду в Самарской области будет пасмурно и облачно. Местами осадки в виде снега и дождя. Днем -1, +1 градус, ночью -2, -4. Ветер преимущественно западный, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, но без осадков. В дневное время 1 градус с минусом, ночью 4 ниже 0. Ветер западный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти тучи и небольшой снег, днем -1, ночью -4 градуса, западный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, утром возможен небольшой дождь, днем нулевая температура, ночью -4 и снег. Ветер западного направления 4 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 74%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.